Крейсер «Юрий Долгорукий» принят в состав военно-морского флота России. В торжественной церемонии приема корабля в состав ВМФ и подъема на нем Андреевского флага принял участие министр обороны Сергей Шойгу. Крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» считается головным в серии подводных ракетоносцев четвертого поколения. Корабль длиной около 170 метров несет на борту 16 ракет «Булава». На нем впервые применены все комплексы, которые, значит, присущи современному подводному крейсеру. Такие как навигационные, гидроакустические, ракетные, значит, комплексы управления техническими средствами корабля, так и комплексы управления оружием. Помимо баллистических ракет, подводная лодка оснащена торпедными аппаратами. Ядерная силовая установка, приводящая в движение один грибной винт, позволит развивать скорость в надводном положении в 15 узлов, а в подводном – до 29.